праздничным концертом отметили в Кубинке День воздушно-десантных войск и 28-летие отдельной гвардейской ордена Кутузовой Александра Невского бригады специального назначения ВДВ. В зрительном зале культурно-досугового центра 45-й бригады собралось почти 1000 человек. Перед началом концерта военнослужащих в своем видеообращении с праздником поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кто служил, тот знает, что ВДВ берут только самых крепких парней. По здоровью и, самое главное, по характеру. Потому что и на учениях, и в бою именно десантники пойдут туда, где тяжелее и опаснее всего. Для десантников и членов их семей пели известные российские певицы Юлия Чичерина и Юта. Обе исполнительницы неоднократно ездили на Донбасс и выступали перед военными. Если нам удалось поднять настроение, отвлечь, развеять, вселить надежду, радость вселить хотя бы на какие-то там 45 минут. Да, вот Юля сейчас работает, еще 45 минут радости будет. Значит, мы не зря живем и выполняем свою миссию как художественные, так сказать, единицы. И опять все готово для того, чтобы улыбать. И легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел. Со сцены звучали всем знакомые песни о России, отчим доме и друзьях. Зрители подпевали любимым хитам и аплодировали стоя. Концерт замечательный, любимые артисты, все очень понравилось. Пришли сегодня с дочкой, с бабушкой. Дочка все время танцевала, хлопала в ладоши. Поэтому замечательные артисты, очень нужные, правильные песни, особенно в это непростое время, прям как бальзам на душу. Это уже третий благотворительный концерт для военнослужащих и их семей, организованный при поддержке губернатора. В марте этого года серии выступлений по городам Подмосковья проехали Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Денис Майданов. Это уже не первое мероприятие, которое проводится под эгидой правительства Московской области. Огромная благодарность Андрею Юрьевичу. Его поддержка членов семей военнослужащих, прежде всего, тех, кто ждет своих мужей, своих военнослужащих здесь, у нас на Кубинке. И вот этот заряд бодрости, который постоянно имеет место здесь быть, достоин самых высоких похвал. Полина Толмачева, Ирит Хайрединов, телекомпания «Одинцова».